Я не запрещаю. Но объясняю, что это не полезно. Нет, запрещать-то ничего не надо. Ну, как-то надо по-другому стараться, чтобы он чем-то заменил. Ну, то есть и сладкое, я считаю, когда едят много сладкого, это, наверное, чего-то не хватает в организме. Поэтому если ребенку полноценное питание, он не будет маньяком таким. Как-то у нас никогда не было таких проблем с ребенком. У нас разумный был мальчик. Ну, я думаю, да, надо. Хочет, пусть ест. Ну, нужно ограничивать вот все-таки все с умом, и надо искать золотую середину. То есть, если ты запрещаешь сладкое, то заменить, например, ну, чем-то полезным, вот, сладким. Ну, я врач, считаю, что запрещать не нужно, но ограничивать нужно. И лучше есть полезное, сладкое. А зачем? Нет. Нет. Нам не запрещали, и мы не запрещаем. Пусть сам делает выбор.